ребятки, всем доброе утро. Как вы видите, на улице пришла зима. И Стамбулик начинает свой день, с ванны. Он уже стоит, охраняет, ждет, пока наберется его ванна. Пошел в ванну, пойдешь? Ага, ты увидел, что у хозяина есть йогурт, и сразу уже переменился, да, в своем поведении? Ты уже теперь хочешь йогурт. Вот так вот, да? Тама, лучше возьми свою утку. Вот, вот мы едим вкусный йогурт. Даже уже практически его съели. И Стамбулка хочет тоже йогурт. У него закончился корм. И Стамбулик. Папа даст тебе ложечки, покормит тебя. Иди, малыш. Наш теплый шерстяной комочек. Будешь йогурт? Да ты маленький. Йогурт кушает. Как вы, ребята, думаете, можно ли кормить? То теле йогуртом. Я думаю, что можно маленечко давать ему, если и с кем он удовольствием кушает молочные продукты. Тетя умничка. Ты наш хороший мальчик. Он тоже дрижит, это все молодец. А что там у тебя с тобой корм? Пошли посмотрим твою мисочку. Пойдем. Водичка у тебя вроде есть, а вот корм сухой, вот закончился. Закончился у него сухой корм здесь. Надо бы сходить ему в магазин взять. Да, ты сдвижься по этому поводу. Стамбул на диване отдыхает. Ну что ты? Куда пошел? Куда? Опа! Да ты маленький, да ты исчихался весь уже. Ты простыл, что ли, заболел? Пойдем на улицу погуляем, на улице снежок лежит. А потом примем ванну. Будем брать большую ванну горячую, ты будешь греться и купаться, а не плавать. Пойдем? Вот его тарелочка, давайте мы положим немножко кашки. Пускай чуть поест. Со скорым пока у него нету. Нет, Сережа, он не сможет из этой тарелки. Да, сможет, а из какой-нибудь тарелки? Надо большую стеклянную тарелку, потому что эту тарелку он будет вылизывать, она будет от него уезжать. Ну и что, пускай вылезет потихонечку. Надо ему... Лайк у него будет, он не будет ничего вылизывать. Он лайк на тарелку? Да, он лайк на тарелку. Сорик, он будет лайк на тарелку. Стамбул, ты будешь лайк на тарелку? Конечно, скажу. Да. Для вас все, что угодно. Сделаю. Вот пшенная молочная каша. Кстати, без сахара она. Только с сливочным маслом. Все, малыш, ест. Все, никто тебя не забирает. Тихо. Никто не забирает. С тобой кушай. Да не ругайся. Кушает собачка. Видишь, нормально он это, Лена, ест. Ну, сейчас подожди, он будет качаться. Он любит кашку. Белки, углеводы, молочная кашка, пшенная. Да, пускай ест собачка. Сейчас он наестся, станет добреньким и перестанет, наверное, лаять. Но это не точно. Даже свою кашку я никому не отдам. Вот так еще не есть. Стамбулик, гулять пойдем? Пойдем гулять на улочку? А где твоя одежда, кстати? Вот одежду-то мы найти его не можем. Все осталось в мешках при переезде. Иди сюда. Пойдем, ты давно уже на улице не был. О, нажимай кнопку лифта. Нажимай. Нам нужно на первый этаж. Нажимай с лапой. Вот, молодец. Поехали. Сейчас ты пойдешь ко мне за пазуху и будешь сидеть там, пока мы не достанем тебе теплую одежку. И после того, как достанем теплую одежду, ты уже сможешь погулять сам по улице, пока мы идем до машины. Пока мы идем, машина прогреется, в машине будет тепло. Такая на улице зима, да, Стамбулик?
идешь с папкой за пазухой, за тепло, только мордочка торчит. И падают тебе на нос снежинки. Классно, да, скажи? Че, пойдешь, попробуешь, погуляешь маленько на улочке? Или замерзнешь? А, на ней не будем. Ты совсем спрятался, дружище, тебе холодно, скажи. Блин, ну ты у нас сидел. Месяца два на дома не гулял. Как мы переехали. Так что давай. Одну прогулочку-то сделаем. Будет полезно. Стамбул, а ты где? Все, ребятки, он совсем спрятался уже у нас. Не хочет выходить. Группа сантиметров, мне кажется. Ну, 15-то есть. Бабулик, выходи. Мы пришли за машиной. Сейчас будем прогревать ее. Ну, Стамбула. Покажись. Покажи свою мордочку. Вот ты где хороший наш. Всю дорогу просидел, спрятался. Холодно тебе. Холодно. Вот, смотри, машинку сейчас мы отряхнем. От снега запустим. Она нагреется, и ты уже поедешь в теплой машинке. А тебе даже еще включу подогрев сиденья. Да? Да, мой маленький. Так и сделаем. О, ты опять спрятался. Вот и услыхал звук машины. Стамбул, мне еще холодно пока. Мне еще пока холодно. Давай ее запустим. Все заработало. Все отлично. Стамбула. Сейчас прогреемся, ты выйдешь. Даже чуть-чуть подогрев сиденья передних. Чтоб ты грелся, сидел. Теплое сиденье, смотри, какое теплое. Все, ты уже греешься. В машине уже тепло. Я вот сам шапку снял. Сегодня мы с тобой Стамбул снимаем. Большой влог, большой фильм. Таких мы еще ни разу не снимали. Да, просто, ребята, проникнитесь атмосферой. Это, смотрите, зимний, зима, скоро Новый год. Все беленькое, прикольно, да? Че, мои маленькие? Стамбул, будешь пристегиваться? Нет? Ну, поехали. Кстати, собака, я не знаю, надо ли она пристегнуть. Вот тут на меня в Инстаграме, вернее, не на меня, а на нашего Стамбулика подписались. Такой аккаунт «Автокресло для собак». Интересно. Интересный аккаунт. Я посмотрел, да, какие-то есть маленькие кресла для них. Может, и можно купить, поставить такое. Скажи мне, и так хорошо, я очень легкий. Ну все, лежи, грейся, поехали. Кто, Стамбулик? Вика пришла, да, к тебе? Вот, скажи, Вика, сейчас вместе, скажи, поедем. Ну все, Викусенька, садись. Давай. Поехали, поехали. Давайте, ребятки, садитесь. Все. А я вот подогрев сиденья включил. Он, короче, шел у меня от самого дома до стоянки. За пазухи там прям спрятался туда, только лежал, поваркивал. Малыш. Сейчас себе заберет, значит, будет сидеть греться. Мы сейчас заедем в квартиру туда, в новую, возьмем ему одежду, оденем его. Чтобы немножко прогулялся, хотя бы чуть-чуть по снежку, по свеженькому. Тетя Кожи, привет. Привет, скажи. Папа, то скажи, меня тут таскает везде. Из дома забрал. Ну все, едем дальше. Из Стамбула сейчас погуляет у нас. Поехали. Поехали, поехали. Будем одеваться? Узнаешь свою одежду? Давай. Давай. Одеваться. Вика, подержи камеру. Давай в тебя оденем. Как его одеть? Готов, малыш? Так, капюшончик еще одень. Вот. Чтобы это ушки не замерзли. Пойдем, давай, блядь. Кого, Стамбулика? Да. Давай. Ну? Давай, твоя первая прогулка зимняя. Опа. Только упал в снег. Стамбул, побежали? Стамбул. Беги, греть.
Кожемяс не бегается, что-то, ребята. Но мне что-то скажи, не бегается никак. Стамбула? Не, я гулять не настроен. Ладно, Стамбула, вижу, ты уже погулял, нагулялся сегодня. Поехали домой. Поехали, забирай Вика его. Пятный собак. Ну что, мой маленький, сейчас тебе лапки отряхнем, все. Отпрем домой, примем горячую ванну. Все, поехали. Пятный собак. Что за поза такая? Стамбул, что за поза? Поза готовка к употреблению. Поза, я держу балдея на спине. Что не похоже, что он балдеет. Стамбула, ванна готова. Пошли переодеваться. Пойдем в ванну немножко, покупаемся, пошли, помоемся. Согреем замерзшие лапки. Да. Пошли купаться. Ой! Стамбула. Вот. Видишь, не полную ванну ему набрали. Как, Стамбула, согреваешься маленько? Помылим. Вот возьмем, детки, гель для душа. А тебя еще и вот. Мягонький, нежный. Ту шерстку помоем, линяющую, краткошерстную. Будешь вкусно пахнуть. А вот, умница. Вот хороший мальчик. Вот наш чистюлька. Погулял на улочке, свежим воздухом подышал. Сейчас помоешься, да? Будешь чистый-чистый мальчик. Вот, молодец. Ну все, все. Давай сейчас примем еще освежающий душик. Ребята, всем пока. Это наш собака Волк, большой день заканчивается. Ставьте лайки, пишите комментарии, до встречи.